«Доктор Кто». Винсент и доктор. Картина, которую рисует Ван Гог, совсем не та, которую нам покажут в музее. И это одна из последних написанных Ван Гогом картин. Не одна из последних, а самая последняя. Словно у Шекспира, который написал «Отелло», «Макбет» и «Король Лир» за одно лето. «Макбет» написан не за одно лето. Эми стоит за спиной доктора, что не мешает подойти к нему откуда-то слева. Ты не пользовались успехом. Продал только одну картину, и ту сестре своего друга. На самом деле, проданных картин намного больше, чем одна. На что? Все верно. Вы знаете, когда была написана эта картина с церковью? Когда где-то между 1 и 3 июня. Менее чем за год до самоубийства. Во-первых, картина написана в мае. Во-вторых, получается, за 2 месяца до самоубийства. Крупный план котейка лежит, но в общем уже сидит. Эми еще в Тардис, но в следующем кадре вышла. Да и Тардис закрыта. На веревке висит одна рубашка. Когда нам показывают эту сцену с другого ракурса, белья на веревке значительно прибавилось. Ее изорвали в клочья! Не изорвали. Даже крови нет. Уйдите прочь от нее! Ладно, ладно. И этого чокнутого заберите! Им бы хоть имитацию ко мне дали. В глаза бросается, как они воздух кидают. Осторожно, это еще не высохло. Что? Это картина «Спальня Ван Гога». Нарисована в 1888 году. Картина, которую должен нарисовать Ван Гог, называется «Церковь в Овере», и она нарисована в 1890 году. Что-то у вас не сходится. Кого? Так что, Винсент? Винсент? Можно было и качественнее. Либо подкралась на цыпочках, либо умеет перемещаться не хуже Тардис. Чья тень падает от света из окна, если доктор стоит напротив двери? На картине черные мазюки, но вообще их нет. Отвертка закрыта, в следующем кадре открыта. И наоборот. Влево! Ну вот, доктору сломали ребра, и он не сможет идти дальше. Нет. Все будет в порядке. И куда теперь вы уберете невидимый труп? Взгляните на небо. Оно не просто темное. Вау, при такой луне вас может освещать только прожектор. Да и луна на момент действия в фильме должна быть в другой фазе. Мы видим тут последнюю работу Винсента Ван Гога, который покончил с собой... Кто это сказал и кому? И про какую картину? Хоть бы для виду поставили экскурсовода.